Всем доброе утро. У нас время 10 минут 11. Мы сейчас с Ванюшей поедем на прием в поликлинику за справкой. В понедельник его уже отправлю в садик. Сегодня, кстати, у нас 17 число есть. А то люди запутались в числах. Вы же прекрасно знаете, что у меня видео выходит с очень большим опозданием. Поэтому вот так вот. Но я тут несколько дней не снимаю для того, чтобы ускорить процесс выпуска видео. Поэтому у меня сейчас пока видео вроде выходит все с небольшим опережением. Так что вот так вот. Ну и заодно грядки в груди доделала. Все как надо. Осталось еще удобрением клубнику обработать и все по сути. Сейчас компьютер выключаю. С утра сидела, монтировала. И все, Ванюшку уже одела. Сейчас поедем с ним на прием в город. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Пишите, какая у вас погода. У нас сегодня так пасмурно будет. Наверное, скорее всего, будет дождь. По прогнозу сегодня, по идее, дождь должен быть. Поэтому посмотрим. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня суббота, 18 июня. Я, как всегда, на кухне. Ай, Василиса. Тут кошкам кушать дала, они сидят кушать, мешаются. Я отвариваю мясо, хочу суп сварить и что-то наподобие рисовой каши еще сделать. Рисовую кашку еще приготовлю. Сейчас картошку надо почистить. Там вчера чистила, оставалась картошка еще чищенная немножко, да. И сегодня еще дочищу картошки. Сейчас буду варить кушать. Ладно, варим кушать. Потом покажу, что получилось. Так, все, ребят, поставила варить. У меня доваривается уже почти суп с чечевицей. Чечевица, видите, такая. Все, закинула уже. Теперь пускай закипит и будет готов суп. Потом будем с вами еще варить кашу. Так, всем еще раз добрый вечер. У нас время вечера. Я сейчас хочу готовить кашу рисовую. С мясом. Я сегодня суп варила, оставляла мясо и морковку специально. Блин, как мне нравится, когда Света варила по секундочке. И мне не нравится то, что она заляпала плитку. Сейчас закинем морковь обжариваться, а потом мясо и рис будем варить. И пытаюсь на столе немножко поубирать все лишнее. Стаканы, ложки, вилки, поперебирать. И будем готовить кашу. Так, куда я буду делать? А, вон, положила ее. Кто вытираю? Оттираю. Ну, хочу поменять на столе, потому что она вся потемнела. Знаете, вот как правильно сегодня Света сказала, чехол на телефоне вот силиконовый, он темнеет. Также эта клеенка, как-то ее не оттираю, она все равно темная стала. И плюс дети ножом по столу режут. Как бы не ругались мы на них, чтобы не резали они. Но это без толку. Клеенку быстро изрезали всю. Надо поменять здесь клеенку.
Она не дешевая, понимаете? Она не дешевая, эта клеенка. 400 рублей метр вот именно вот такой вот толстой клеенки. Но зато хватает надолго. Зато хватает надолго. А то вот эти тоненькие возьмешь, и все, ее хватает. Даже неделю не выдерживает. Все. Ладно, готовим кашу, потом покажу, что получилось. Рис я заранее замачивала. Он тут хорошо постоял, настоялся. Промыла, аж вода прозрачная стала. В этот раз рис что-то не очень мне нравится, потому что, знаете, он какой-то... Его моешь, 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 и вода все равно мутная становится. Долго мыть приходится, чтобы вода прозрачная стала. Так что вот как-то так. Обжариваю курицу с морковкой. И сейчас буду уже закидывать рис, поставлю варить и пойду мне на белье развесить. Развешиваем белье. У нас уже вечер, но он хорошо, выходной. Детки бегают, прыгают, скачут. Все, ребят, ставлю варить кашу, а мы с вами идем развешивать белье. Все, белье развесила, кашу поставила варить, можно и повышивать. У меня тут такой пакет лежит рядышком. Это я воздушный шар вышиваю. Ну, где-нибудь здесь, если не забуду, вставлю картинки. Ну, хотя последнее время я постоянно их забываю. Ну, вот такой вот он получается, красивый. Солнце, конечно, не так, а так, в принципе, он очень даже приятный. Получается в таком пакетике. Это авторская схема. У меня это уже будет третий воздушный шар. Два я уже вышила, да, это третий уже будет. Так, есть время вышивая, нет времени не вышивая. В последнее время мало вообще времени, мусорка, поэтому редко стала вышивать. Но вот все равно нет-нет, сажусь да вышиваю. Еще хочу найти, что на днях начать. Господи, Егор, ну перестань кошаков доводить до изнеможения. Ты бы видел, как она по моим ногам пролетела под сиденьем. Конечно, на компьютере. У нас просто Егор гоняет котов. Он с ними играет, они от него бегут во все стороны. Один под шифонеру, другой на процессор залез. Нормально. Короче говоря, хочу вот такой вот паспорт вышить, обложку бисерная. У меня тут она все уже организована. Надо только повышивать. Ты зачем у Феликса игрушку забрал? Мы ждем последний результат по экзамену. Остальные у нас более-менее все хорошо. Ждем теперь информатику. Когда сказали результат? Почему? Я всегда по русскому учился на 3. А здесь 4. Ну и хорошо. А где наоборот, я по обществу учился всегда так на 4. Так у тебя, ну, он запорол себе 2 оценки. По обществу ты запорол. У него годовая была 4, а экзамен 3. И? Математика, геометрия. И геометрию. У него тоже была годовая 4, а экзамен на 3 сдал. А русский, наоборот, улучшил. У него всегда русский 3-3-3-3, а тут 4. Сейчас ждем информатику. Боимся, что лишь бы не запорол информатику. У него информатика. У тебя что годовая? 4. Теперь ждем результаты экзамена и посмотрим, что скажет. Очень переживаем, очень нервничаем. Егор вообще не переживает. Он больше за русский переживал. Это мама переживает за все предметы. Феликс смотрит, скажет, где моя игрушка? О! Знаете, она так с палочки раскручивается, а у Феликса голова так.
Феликс, походу, дело не чистокровно лысый. Или я что-то не понимаю, но у него лапы мохнатые стали. И голова, знаете, вот так вот мохнатая немножко стала. Волосатая чуть-чуть стала. Ладно. Всем хорошего вечера. Я немножко сейчас повышиваю. Чуть-чуть повышиваю и буду доваривать кашу. Потом покажу, что у меня получилось. Голова болит. У меня уже второй день низкое давление. Вчера у меня аж... Я с садика пришла, но чувствую, что я не могу. У меня слабость очень сильная. А давление меряю, у меня 80 на 60. А сегодня у меня 90. Ну вот последний раз меряю, было 90 на 60. Меня спрашивали, зачем эти часы. Очень удобно, кстати. Тут и смотрится, сколько ты шагов прошел, и сон. Ну, у меня всегда сон показывает плохой 3-4 часа. И давление можно также здесь мерить. Очень удобно. И аппарат никакой не нужен давление мерить. Да я знаю, что он... А где у него это, его другая? У них же их несколько. Еще другая была палочка с мохнатой этой, чтобы играть с ними. И не знаю, что второй день, говорю, низкое давление уже. Может, из-за погоды, не знаю. Что, врезался в шванель? Ну, так Вася тоже сейчас, по ходу дела, к тебе нырнет играть. Ну, 91 на 72. Вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего вечера. Короче, сейчас повышиваем. Ну вот, запомните, на каком этапе я повышиваю. Потом покажу, что повышивала, и покажу, что сварила на вечер. Вот, как-то так. Всем хорошего вечера. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня небольшая очередная распаковочка от компании Tiki Tech. Мои дети выбирали себе одежду, но одной композиции, к сожалению, не было, поэтому пришлось мне ее заменить. Ну, ребенок, конечно, недовольный остался, но будем надеяться, что ей понравится то, что пришло. Сейчас откроем и посмотрим. Сразу говорю, тут все выбирали дети. Заказ небольшой, но заказ очень даже интересный. О. Тут получается раз, два, три, четыре вещи. Поэтому давайте смотреть. Ну, первое, что я увидела, это топ женский. Это, по-моему, Светик у меня заказывала себе. Пакетик будем сюда убирать. 44 размер. Это что такое? Это 44 размер? Ребят, я фотку вставлю, как оно должно выглядеть. Ну, честно, я как-то это... Оно тянется, во-первых, очень хорошо. Оно в обтяжку должно быть. Это топик, потому что. Но, если честно, я рассчитывала на другое немножко. Ну, вот такой вот топик. Света померит. Обязательно фоточку вставлю, если она согласится. Дальше. Брюки женские. Кулирка. 52 размер. Я вроде себе ничего не ложила. Женские кулирка. А, ну вот такие вот брючки. Они тоненькие, да-да-да, вспомнила. На лето самое то. Тоненькие. Сейчас как раз нам надо будет в Пермь ехать. Вот я их и одену. Обязательно померю. Внизу они вот такие вот немножко, как бы это, суженные. Ну, не сильно, но как брючками. Короче, померяем, все на мне увидите. Кстати, ссылочки на все вещи, которые я заказывала, я оставлю в описании, поэтому проходите по ссылке внизу и смотрите. Так, это что у нас? Платье, это что? Джемпер. Вот, давайте джемпер откроем. Его Катя заказывала. Странная расцветка, конечно, Катя фиолетовый. Катя и фиолетовый, это немножко несовместимо. Ну, выбор ребенка. Вот такая вот кофта. Фиолетовая. Тут нарисован велик, я так понимаю. Спортивная. На 146 ростовочка. Но она еще немножко тянется.
Поэтому Катюха померит, и мы вам обязательно покажем, что из этого. Ну, честно, неожиданно. Она, по идее, всегда любит больше черное, чем фиолетовое. Но черного такого варианта не было, поэтому Катя выбрала, видимо, поэтому фиолетовый. Ну, ладно. Тут у меня распаковщик маленький сидит. Дальше. Это платье для Маши. А Маша хотела другое платье, но ее новоразмера не было. Поэтому... Да, ну как же без вас-то мы распаковку проведем, да, Василиса? Скажи всем привет. Кошки любят распаковку вести, потому что пакеты шуршащие. Тут поясок вот такой вот идет к платьишку. Я фотографии постараюсь ставить, как оно должно выглядеть. Надпись красивая. И вот такое вот платье. Оно тоже прямое, как и то Маша хотела, но только то было с этими, с короткими рукавами, а это вот с длинными рукавами. Вот такое вот платье. Но это больше, знаете, как туника. Лосины можно купить, и с лосинами одевать будет самое то. Поясок, тут для пояска есть петельки вот такие вот. Фотографию вставим, как получается, тут уже нитки прилипают. На ростовку 146 тоже. Может, даже оно и Кате подойдет. Если Маша не будет все-таки его носить, значит, Катя будет носить. Кто-то все равно будет носить. Если Маша с Катей не захотят, Оксана вырастет. Но платье классное. Черное оно, мне кажется, для всего подойдет. Но больше, мне кажется, оно похоже не на платье, а на туничку такую. Короче говоря, ребята, померим, посмотрим. Ссылки, как всегда, я говорю, оставлю в описании под видео, поэтому проходите, смотрите. На Тики-Теки очень большой выбор. Сейчас у них очень часто меняется товар, поэтому заходите и смотрите. Вот такое вот на Кате платьишко. Как тебе, Катя, оно? Маша не захотела его мерить. Нормально? Поворачивайся. Вот так вот осмотрится. Еще раз поворачивается. А если поясок убрать? Убери, пожалуйста, поясок. Давай посмотрим без пояска как. С другой стороны надо было там железячка, потому что... Прямо делайся. Вот так вот поворачивайся спинкой. Видите, элегантное платье. Поворачивайся. Все? Дорогие друзья, одела я штаны. Вот такие вот они получились. Талия здесь чуть-чуть завышенная. Они тоненькие, с двумя кармашками. Смотрятся очень элегантно. Поэтому проходите по ссылке в описании и смотрите. Все ссылочки оставлю в инфобоксе. Выключаю.